Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Як події в Білорусі позначилися на економічних відносинах з Україною і чого нам чекати у подальшому, сьогодні нам розкаже політичний оглядач Юрій Райхель. Я вас вітаю. Здравствуйте. Давайте почнемо. Яка зараз ситуація в Білорусі? Тому що от можна по новинам спостерігати, що нібито такі масові протести стихли. Що там відбувається сьогодні? Ну, сказать, что они стихли, нельзя, потому что в воскресенье по всем наблюдениям на улице Минска вышло даже больше, чем в предыдущее воскресенье людей. Можно говорить о том, что несколько стихают протесты в других городах, но, скорее всего, это связано с тем, что люди едут в столицу и участвуют в этих массовых мероприятиях в столице. Второе обстоятельство – власть не в состоянии выполнить свое намерение разбить, сделать невозможным эти массовые протесты. Они пытаются перекрывать те или иные улицы столицы, чтобы эти колонны, они в разных местах города, в частности в Минске, собираются. И блокировать их не получается, сил не хватает. Это говорит о том, что массовость протестов не уменьшается, они просто принимают несколько иную форму. Это первое обстоятельство. Второе – это некоторое изменение внешнеполитической ситуации и консолидация белорусской оппозиции. Уже совершенно понятно, что в ближайшее время мы будем иметь дело с белорусским правительством в изгнании. И Светлану Тихановскую основные европейские страны, видимо, Соединенные Штаты, Канада, признают победительницей на выборах. Будет образовано правительство в эмиграции или в изгнании, как хотите называйте. И это будет очень важный сигнал белорусской элите, белорусскому бюрократическому слою, решить, на каком они берегу. Потому что если появляется альтернативная власть, то очень многие бюрократы задумываются над тем, ну, в данном случае речь идет о среднем звене в первую очередь, нижнем звене, они задумываются над тем, стоит ли им и дальше служить режиму. Потому что изменение ситуации может на них сказаться. Это, в общем-то, судьба всех бюрократий в ситуации, когда власть постепенно деградирует, а это очевидно, белорусская власть, Лукашенко имеется в виду, она постепенно деградирует. У нее очень большие экономические проблемы, у нее финансовые проблемы. И самое главное, что она не знает, как их решить. Поэтому, скорее всего, можно говорить не о затухании протестов, а о той ситуации осады, которую оппозиция, протестующие сейчас предпринимают в отношении власти. Сколько продлится это, сказать совершенно невозможно, потому что есть очень мощная поддержка со стороны России. Но, тем не менее, процесс неуклонно идет в сторону того, что режим Лукашенко так или иначе падет. В каком виде, как это произойдет, мирно, немирно, полумирно, сейчас предсказать нельзя, потому что диктаторы склонны в последний момент открывать стрельбу, это видно по всем революциям уже 21 века. И вот чем это в данный момент закончится, пока неизвестно. Ясно одно, в Беларуси будет другая власть. Когда? Не знаю. Может быть, мы как-нибудь об этом поговорим уже в другой обстановке. Які зараз стосунки у Білорусі з Україною і якось ці всі події можуть позначитися на економічних відносинах з нашою державою? Политические отношения очень плохие. Очень плохие. Они
начали портиться еще в самом начале, буквально на следующий, третий день после так называемых выборов. Но тут нам надо четко и ясно разделить. Наши экономические отношения и наши политические отношения – это разные отношения, потому что в экономической сфере пока никаких изменений не произошло и навряд ли произойдет. Во всяком случае, инициатива их изменения с белорусской стороны не будет, потому что сейчас Минск больше заинтересован в торговле с Киевом, чем Киев с Минском. И, в общем-то, они будут поддерживать эти отношения на достаточном уровне, хотя тут могут появляться внешние обстоятельства, которые не зависят ни от Украины, ни от Белоруссии. Это возможные санкции и в каком объеме они будут приняты против тех или иных белорусских контрагентов. Ну, ми трішки пізніше поговоримо про ці альтернативні сценарії розвитку подій. Сьогодні нам відомо, що Україна імпортує з Білорусі таку визначну частину нафтопродуктів, які споживаються, і бензин, і паливо, і газ. Яким чином ось така турбулентність у сусідній країні може вплинути або не вплинути на пересічного українського водія і його витрати на пальне? Газ мы оттуда не покупаем, потому что Беларусь сама импортирует газ, и она его не хранит, потому что у нее нет достаточных объемов хранилищ. То есть тот газ, который из России поступает в Беларусь, он, как говорится, практически мгновенно используется, или с небольшой задержкой. Что касается нефти и нефтепродуктов, то Беларусь не будет как-то нарушать сложившиеся связи, потому что это довольно значительный источник ее иностранной валюты. Это у нее очень отрицательный торговый баланс сейчас вообще. А с Украиной это ей очень важно сохранить. Поэтому в этих условиях пока бензин, по крайней мере, дизельное горючее и другое, что мы покупаем в Беларуси, будет поступать бесперебойно, лишь бы мы платили, а мы будем платить. Поэтому это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Мир переполнен нефтью. Покупать нефть можно где угодно и сколько угодно, и не так дорого она стоит. Тут проблемы в логистике, потому что мы, например, можем покупать нефть в Азербайджане, ее легко доставлять через Черное море, через грузинские порты в Одессу, и дальше система трубопроводов на наши перерабатывающие заводы. Другое дело, смогут ли они переработать достаточное количество этого и произвести необходимое количество нефтепродуктов. Скорее всего, смогут. Поэтому в этом смысле в поставках нефтепродуктов, назовем это так, в Украину больше заинтересована Беларусь. У нее это, для нее это очень важно. Мы как-нибудь найдем способ, если возникнет дефицит, его восполнить. Ну от і повернемось якраз до цих альтернативних розвиток ситуації. Який сценарій нас чекає? Можливо, там от ви сказали і заведення санкцій, і якісь інші сценарії. Що буде далі? Дело в том, что санкции против Беларуси являются частью возможных санкций против России. Пока Европа будет предпринимать так называемые персональные санкции, то есть те или иные белорусские чиновники будут подвергнуты, внесены в санкционный список, там им будет запрещено ездить в европейские страны, будут искать их имущество за рубежом, хотя, может быть, и ничего не найдут. А может быть и найдут, сказать очень сложно, потому что в Беларуси это, как говорится, тайна, покрытая мраком. А вот если после американских выборов, в случае победы Байдена и изменения конфигурации, политической конфигурации американского конгресса, в частности Сената, демократы получат там большинство,
то Россию ожидают очень большие санкции. Очень серьезные. И судя по тем законопроектам, которые сейчас внесены одновременно в Палату представителей и в Сенат, а это первый признак того, что они должны быть приняты достаточно быстро. Это такая американская практика. Это первое. Там очень серьезные санкции, вплоть до того, что через полгода должен быть доклад о возможной недвижимости или финансовых средствах, которые лично Путин или связанные с ним хранят на зарубежных счетах. И все это должно быть заморожено или как-то подвергнуто каким-то ограничениям. Это первая часть санкций, очень тяжелых. Там предусмотрены санкции против ведущих российских банков. Это фактически поставит на грань коллапса российскую банковскую систему и связанную с ней белорусскую. Я почему говорю о санкциях против России? Потому что белорусская, в частности, финансовая система в значительной степени завязана на российскую. И вторая часть санкций – это связанные с отравлением Навального. Сейчас ждут решения организации по запрещению химического оружия. Ее специалисты должны поехать в Россию. Их доклад будет являться определяющим. Если будет установлено, что в России не уничтожены запасы химического оружия, о которых она заявила, то европейские санкции будут тоже очень строгими. Ну, объем их еще неизвестен, потому что они не выработаны в полной мере. То есть они подготовлены, но не опубликованы. Но, скорее всего, они будут тоже очень серьезными, в том числе и секторальные, то есть не персональные, а против тех или иных секторов российской экономики. Поэтому вопрос о том, как будет чувствовать себя российская экономика, кстати, к вопросу о поддержке Лукашенко. Если санкции будут приняты и будет сильный удар по российской финансовой и экономической системе, а они к этому готовятся в Москве, они уже стали говорить о том, что надо увеличивать налоги, у них очень большой дефицит бюджета, который исчисляется триллионами рублей, то очень плохо будет и Беларуси, я имею в виду режиму Лукашенко, потому что он не будет иметь соответствующей финансовой подпитки. Поэтому в этом смысле трудно определить, что будет. Если эти санкции будут приняты, то, конечно, Украине придется в той или иной степени менять свою торговую политику, потому что многие белорусские нынешние контрагенты могут попасть под санкциями. А нам, нашим контрагентам, попадать в черные списки американского министерства финансов или в Брюссель совсем не нужно и невыгодно. Тобто оці сценарії розвитку, про які ми говоримо, є тільки два напрямки – це введення санкцій або неведення. Чи є ще якась альтернатива? Ні, скоріше всього, санкції будуть введені. Вопрос заключається в їх об'ємі і в глибині цих санкцій. Запад не допустит поглощения Беларуси, белорусское общество не хочет поглощения Россией и никакой глубокой интеграции. На это накладываются сложности, связанные с войной в Карабахе, потому что это все взаимосвязанные процессы взаимоотношений России, Беларуси, ну, Беларуси в косвенно, и с Западом. И поэтому сценарий без санкций маловероятен, практически невероятен. Можно, как мы уже говорили, можно говорить о глубине и ширине этих санкций. Скорее всего, ширина будет большая, в частности, персональных санкций. А вот глубина этих санкций – это вопрос, очень сильно зависящий от результатов американских выборов 3 ноября. Як на ситуацію, от саме стосовно української, знову ж таки, економіки, повертаючись до неї, може вплинути ЄС? В першу чергу, я би так сказав, вопрос в тому, що ми повинні проводити реформи в нашій країні. Затяжка реформ,
она охлаждает наши отношения с Европейским Союзом. Если мы хотим и дальше быть вместе с Европейским Союзом, получать оттуда инвестиции и ту или иную финансовую помощь, а в некоторых случаях и военную помощь, то нам нужно проводить эти реформы. Об этом неоднократно говорилось, но наша власть как-то не очень расторопна в этом вопросе. И это очень сильно осложняет наши отношения с Европейским Союзом. А раз осложняет отношения, хотя наш товарооборот растет, украинский экспорт в страны Европы растет, но и импорт растет, то надо сказать, что, конечно, не очень вот эти обстоятельства положительно скажутся на украинской экономике. Но тут вопрос не в Европе, тут вопрос в нашем руководстве, в нашем правительстве, в нашем парламенте. Если мы и дальше будем тянуть с реформами, то и отношение к нам будет соответствующее. Ну, от підсумовуючи ось це питання, як події в Білорусі вплинуть на українську економіку, що ми можемо так от в двох реченнях сказати, по особливості от саме до водіїв українських, які чекають на підвищення, точніше чекають на непідвищення цін на пальне? Я думаю, що вопрос цін на горюче буде определятися не Білорусію і не тим, где мы будем покупать нефть и, соответственно, продукты ее переработки. Главным будет состояние украинской экономики и, как следствие, состояние украинской экономики, курс доллара и евро по отношению к гривне. Если будет продолжаться, пусть не такая большая, но все-таки девальвация гривны, то, естественно, все импортные товары будут дорожать. И нефть, горючее, бензин, там, дизельное топливо – не исключение. Поэтому вопрос заключается в том, что мы всегда сможем, видимо, купить эти продукты в Беларуси. Вопрос только, сколько мы за них заплатим и, соответственно, ценники на автозаправках. Що ж, я вам вдячна за нашу сьогоднішню прес-конференцію. Сьогодні політичний оглядач Юрій Райхель відповідав нам на питання, як події в Білорусі позначаться на економічних відносинах з Україною, чого нам чекати у подальшому, чи чекати водіям українським цін на підвищення цін на пальне. Всі відповіді на питання ви почули. З вами у студії була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. Не перемикайте.